Спутник собирает самых модных и продвинутых людей, и это не цветная реакция гламурного общества по принципу «там будут все». Нет, это просто один шанс побыть среди тегов современной культуры, там, где все свободны и счастливы. Editors, я честно должен сказать, это группа, про которую мы вот просто четко и рационально понимали, что она здесь нужна, востребована и интересна. Помню, когда в последний раз был на пикнике. Да, а я помню, в прошлом году в парке. Было очень хорошо, мне понравилось. Да, у нас еще была такая корзинка со всем необходимым, там, с бутербродами. А виски пили? Не, никакого виски. Виски вообще напиток не для пикника, я бы сказал. Вот разве что немножко пивка. Должен сказать, что солист Editors, так как на пикнике афиши, нигде до такой степени не кривлялся и не извивался ужом. Мне кажется, это свидетельство того, что и здесь его тоже как-то по-особенному вперло. Мне хотелось бы в это верить. Now, darling,
what you could achieve. I found you out, perhaps save the life you wish to lead. But when it kicks like a sleep train, and you will choke, choke on the air you try to breathe. Like a sleep train. Спасибо, спасибо. Thank you very much, Moscow.